Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Такс. Не надо мне вот этого. Значит так, друзья мои, нам нужно продать товаров. Плюс у нас задание — поохотиться на диких животных. Вот это я, пожалуй, приму. Так, значит, нам нужны будут креветочники, насколько я помню, да? Именно они. Именно они. Слушай, а где они у нас находятся? Черт, я не помню, ребята. А где находятся эти зомби? По-моему. Слушай, ну не на болоте. Не, на болоте у нас фиолетовый. Это пляжные. Пляжные, друзья мои. Значит, пойдем на пляж. Пойдем на пляж. А зомби у нас как раз обнаружены. Пошли ловить. А я лежу на пляжу и ловлю зомбариков. Так ведь поется. А ну-ка. Ой. Ага. Да господи. Да ну. Интересно, хватит у меня. Ах ты ж мых. Ты видел, что он сделал? Вшивый, а? Он взял просто, ребята, прыгнул в последний момент. Ну куда ты, тварюга? Фью. Блин. Какие они противные, а? Все-таки, ребята, эти зомби. О! То, что нужно, ребятушки. Мы поймали с вами этого халабуду креветочного. Арбузника сейчас я тоже поймаю, в принципе, должен без проблем. Хе-хе-хе-хе. Но немножко... обидно, что мы с тобой не всех поймали, ребят. Естественно, я хочу быть самым лучшим охотником. О, вот это, кстати, наверное, надо сделать. Так, мы приумножили наших зомбарей. Дай-ка я вернусь в кафе. Да уйди ты отсюда, а? Так, сразу тогда делаем заказ. 20. И тут, блин, это будет всего лишь, ребята, 40. А мне нужно 46. То есть мне надо еще ловить. А это у нас... ага. Сколько? 20. Этих мы с тобой доделаем. А вот здесь, блин, к сожалению, надо еще, ребята, ловить. Еще как минимум двух. Либо же ловить босса. А другого никак, по-другому. Куда ты, шпана замоскворецкая? Да забудь ты со своим... ух, так, а вот, ребята, и животные... ой, за которыми я должен... охотиться. 1 из 12. То, что нужно. Так, ну, давай. Блин, куда лучше встать-то? Сюда, наверное? Опа. Тут главное выждать определенные секунды, ребятушки. Вот он. Есть, но это только один. А нам нужно еще одного. Ну, самое главное, что мы его поймали. Самое главное, что мы его поймали, друзья мои. Да. Все так и было. Хе-хе. Изикатка. Блин, ну 50 жетонов, конечно, это дофига, ребят. Кафешку вернись, пожалуйста. Такс. Ну, мы можем еще, в принципе, с тобой немножко... а дай-ка я загляну в магазин. Экипировочка.
Длина веревки, мощность. Вот я мощность, наверное, хочу, ребят, прокачать. О, максимальная. И длина веревки еще плюс 5 метров. Ранец, мощность. Время полета. Слушай, мощность, наверное, возьмем. И вот так вот. Транквилизатор, наверное, ой. Ага. Так, ну ладно, давай. У нас этих 9. Давай жироб... Хотя, видишь, блин, вдруг там понадобятся потом пироженки эти. Слушай, а тут быстро мы с тобой додавили. Хм. Надо вот только креветочников добить. Подожди, 9? Подожди-ка, 9 еще? А тут 40, ребят, так все, все пучком, все. Сделаем, мы сейчас прям... Прям сегодня, ребят, сейчас вот перейдем на новый уровень. Давай тогда подождем чуть-чуть. Блин, тут минут полтора минуты, я за это время мог бы половить зомби. Но сейчас, понимаешь, задание будет. Блин, зря я это сделал, конечно. Сейчас додаем, ребята. И 28 левел мы получим. А, соответственно, с 28 уровня у нас появляется новая зомби-выжималка. Так что... Ну давай, последнюю креветку давим. Есть! Есть, ребятушки, контакт. О, продукт. Креветка плюс 2 плутония. Ну что же, где у нас там новая зомба? Выжималка, вот она, друзья мои. Вот она. Лобстер Трит. Ай, этот лобстер меня цапнул. Но зато точно свежачок. Ох, ёк-макарёк, что тут? О, 10, ребята, надо. И у нас и есть такое дело. И 20 вот этих карамелек. Так, а карамельки у нас... 20 карамелек мы сделаем и 10 лобстеров сделаем. Единственная проблема, ребята, это будет в продаже. Так, ну давай подумаем, что мы можем с тобой. У нас дофига арбузников. Плюс шляпников много. Синюшных то. О, синюшных вообще дофигища, ребят. Ну и желтопузов тоже. 700 монет нам надо выручить. Я пошел, друзья мои, пока ловить зомбарей. Пока пойду ловить зомбариков. Спрашивает меня, конечно, ловить. Конечно же, ловить. Что там волки воют? А ну-ка. Ах ты, жук. Да ну. Да в плане, блин, даже не поймал. Хорош, хорош. Отвали от меня. Хе-хе-хе, нуб. Ну, басос. Я от него убежал. Я сейчас погугукаю здесь, угукает меня. Блин, ну, конечно, обидно, что того не поймал. Обидно. Чего могу сказать, ребят? Вот так вот. Это тебе за того. Ах ты! Ну-ка, отдай сюда. Угукну сейчас. Угукает она мне там. Это да выпендривалась. Там второй, да, лыжник? Или там огуречник? Ау! Ну это было подло. Пух. Хлопнул. Ну да. Да, было неприятно, конечно. Обманули они меня тут. Жулики. Так, ну что, давим? Давим. Очень даже неплохо давим. Так, у нас вот здесь еще. Кстати, если мы поймаем сейчас, у нас будет доступен, по идее, зомби.
Так, иди сюда, летучка. А летучка словно взбучка. Желтопузый. Как-то... как-то не пошло все не по плану, ребята. Да иди ты в пень, блин, что чумная летучка, блин, тут. Ты издеваешься сейчас, а? Фью. Офигеть просто, ребята. Это что за бардак сейчас был? Давай, 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 выглядывай там. Так, шляпник, ты думаешь, ты от меня убежишь? Почему я его называю шляпник? Если это у нас молоточник. Тут хорошо. Фиолетовые очень редкие, ребята. Они нам нужны. Прекрасный улов. Прекрасный, друзья мои, улов. Быстренько в кафешку. 146, да? А что у нас так? Карамельки очень медленно идут, что ли? Не пойму, ну-ка. Где они? Где карамельки наши? Ой, ё-моё, 46 минут. 46 минут ждать, друзья мои. Да. Я-то думал, он сейчас... О! Босс. Ну, я его, ребят, не поймаю. Я его не поймаю только по одной причине, что у меня... гарпун плохо настроен. Да блин. Один раз есть. Ау, ускорил свинью. Не, ребят, как это бредятина. Да все в жопу этой свиньи, блин, достаются. Не-не, убежит. Пока вот это, ребята, не настроится, мы босса с тобой не поймаем. А мне насрать почему-то лень. Погнали. Почему мне насрать лень, я не знаю. Так-с, краб. Крабковский лазит тут. Опа, а тут-то быстро я, ребята, щелкнул. Хе, вообще изи получилось, даже пикнуть не успела. Как и этот охламон креветочный. Распетрушил словно чучу, на. Тут закинем. Банановый хмырь. Точнее, не банановый, я бы его назвал ананасовым все-таки. Промахнулся, дурик. Со своей взрывчаточкой. Не тут-то было, шпанаты подзаборные. Все, ребята, здесь тоже у нас прекраснейшим образом получилось. Единственное, что говорю, ребята, очень много времени ждать. Очень вре... Так, сейчас через 5 секунд закончим. Нам еще нужно, блин, 5 этих, 5 животных поймать. Любых. Любых. Что это такое? Dragon Whale какая-то. Ловим зомби, конечно, ребята, конечно, ловим зомби. Что же мы еще тут будем делать? Если не ловить зомби. Огуречник готов. Серьезно сейчас? Ах ты. Шпана. Так. Креветочник. Ну что, давай ждать. Хлопнул. Я бы тебе сказал, как он хлопнул. Динамит такой отбил. Так, слушай, ну... блин, ребят, мне надо еще, по идее, трех. Ау, я это упущу, ребята. Это мне не... вот этот мне больше интересует. Потому что если бы я за той побежал бы, этот бы 100% убежал бы сюда. Я, как говорится, из лучших зол... А, она бежит еще!
Убежала. Убежала, да. Может быть, и был, конечно, шанс ее поймать, но очень-очень мизерный. О, ребята, у нас тут вот эти товары тоже будут долго продаваться. Я думал, они будут быстро делаться. А фиг там. Что тут? Подожди, что тут? 50 минут. Что тут? 40 минут. Так, ребят, ну что, тогда давайте мы, наверное, увидимся с вами уже в следующей серии. Я думаю, что это все у нас сделается, а нам потом надо будет только попродавать на 700 монет. Думаю, проблем никаких не будет, и мы с вами получим 29 уровень. На 30 у нас появится новая зомбо-выживалка. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.